первая песня, которая написалась через месяц после его рождения. Не знаю уж, почему так получилось, но вот там есть про Инстаграм. В Инстаграме, если что, сидела не жена моя, а я. Вот. Но для рифмы пришлось... Выходила из Инстаграма 40 недель, с пузом ходила, а из Инстаграма не выходила, чатилась, селфилась, тупо флудила, за модными трендами зорко следила, из Инстаграма не выходила, не выходила, не выходила. Вырос сынок до 100 килограммов и заявил ей: «Выслушай, мама, я буду гопником, буду мопником, не буду рокером, не буду брокером, не буду блогером, я и тиктокером. Я буду гопником, я не буду хипстером, не буду панкстером. Когда я вырасту, я стану гангстером, не анимешником, а ауешником. Ведь выбирать, кем быть, конечно, мне. Я-я-я-я-я». Высокие ветки, сидит на картапах и щелкает семки. А увидит лоха, так вопросик задаст. Пацан, поясни-ка за свой адидас. На нашем районе с его кулаком мало кто не был близко знаком. И мало кто сможет быстрее, чем он, без шума и пыли отжать телефон. Я буду гопником, буду офником, не буду рокером. Не буду брокером, не буду блогером, я и тиктокером. Я буду гопником, я не буду хипстером, не буду панкстером. Когда я вырасту, я стану гангстером, не анимешником, а ауешником. Ведь выбирать, кем быть, конечно, мне. Давно наш герой отмотал уже срок, и вот у него появился сынок. Но не успел он понюхать пеленок, а уж снова места не столь отдаленных. Вот гопник вернулся, чего же он в панике? Гопников сын вырос ботаником. Отец тянет к чаду преступную лапу, а сын говорит ему: «Выслушай, папа, я не буду гопником, не буду офником. Я буду зожником и художником, и автостопщиком, а не гоп-стопщиком. Не буду гопником, нет. Хочу поэтом быть и писателем, и музыкантом стать обязательно, и отучиться в аспирантуре. Не копырем же, блин, быть в натуре мне. Я-я-я-я-я-я. А еще я блог веду на ютюбе, канал мой бабушка очень любит». Спасибо. Следующая песня вот про что написалась. В этом мы с женой и сыном живем в частном доме, выращиваем огурцы и помидоры. У нас там черноземье. На черноземье все растет прям очень классно. В общем, мы выращиваем всякие огурцы, помидоры, кабачки. А в этом году было какое-то нашествие слизняков. Получилось так, что они съели все огурцы, все помидоры, все кабачки. Мы выходили в огород, и они прям гроздьями висели на помидорах, пожирали, там такие дырки большие. Подойдешь, кабачок лежит, кажется, что он целый. На него нажимаешь, он хрустит, оказывается, пустой и полный слизняков. А еще я, как сын пытался проглотить резинового мышонка, лягушонка, и я выкинул его в форточку, этого лягушонка. Не сына, а лягушонка, в общем. И потом я начал его искать в траве, и за сутки оказалось, слизняки прогрызли в нем дырку и поселились внутри этого лягушонка. И вот с утра выходишь на улицу, и все блестит, все дорожки блестят от следов слизняков, вот, все деревья блестят. Ну, в общем, написалась такая песенка. Там можно подпевать, там простой припев.
Трудные бывают времена, дикие бывают времена, няшные бывают времена, великие бывают времена, гения бывают времена, дураков. А мы живем без сомнения во время, 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 время слизняков. Время слизняков, время слизняков в наш век таков. Время слизняков, время слизняков, время слизняков. Ага, время слизняков, время слизняков, время слизняков в наш мир таков. Время слизняков, время слизняков, время слизняков. Ага. В огороде мы растили помидоры, думали, что будут урожая горы. Огурцы и кабачки мы тоже сажали, приползли слизнячки и все сожрали. Бывают времена мотыльков, бывают времена навозных жуков, бывают времена пауков. Сейчас время, 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 время слизняков, время слизняков, время слизняков наш век таков. Время слизняков, время слизняков, время слизняков. Ха-ха! Время слизняков, время слизняков, время слизняков наш мир таков. Время слизняков, время слизняков, время слизняков. Ха-ха! Ложь, скользкая спесь, чего же ты ждешь, зачем же ты здесь? Накрыла весь мир мерзкая слизь, не подскользись, не захлебнись. Бывают времена свободы, бывают времена оков, делаются скользкие годы. Время, 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 время слизняков, время слизняков, время слизняков наш век таков. Время слизняков, время слизняков, время слизняков. Ха-ха! Время слизняков, время слизняков, время слизняков наш мир таков. Время слизняков, время слизняков, время слизняков. Ха-ха! Время слизняков. Спасибо. Если построю гитару, это долблюпание нещадное, оно уже... Все, дела. Что бы вам еще рассказать? Вы спросите, я скажу. А может, ты чайник? Про деда. Про деда Пихто? Про деда Пихто, да, хорошо будет. Сейчас только подстрою. Сначала будет не про деда, сначала будет про рыбу. Я расскажу вам сейчас даже историю. Я всем рассказываю, но... Это новые песенки, они недавно написались. Хочется им поделиться больше, чем старыми. В общем, есть в нашем, знаете, в городах есть бомжовские магазины. Вот, есть, ну там можно купить картошку за 15 рублей, в общем, такое. Ну, для, ну, такие, социальные, как они называются. У нас в Старомосколе есть такой магазин, это наша сеть магазинов, «Победа» называется. Такое громкое название. Пошел я, в общем, в «Победу». И увидел, что там продается, кроме картошки за 15 рублей, продается рыба, лещи, сушеные, соленые, в таких упаковках плотно запаянных. А я люблю всяких соленых, сушеных лещей. Их можно и так погрызть, их можно и с пивом погрызть. И лежу они дешевле, чем обычно, и купил сразу 4 штуки. Пошел домой с этой победы, с победой, открыл... этих лещей, упаковки. Там понюхать было нельзя в магазине. А дома я заценил. Оттуда такая вонь пошла ужасная. Просто это атас. Я их выкинул. Я вторую открыл упаковку. Такая же вонь. И все это все выкинул. Пошел и написал песню про рыбу.
Красен дворник, он плохо метет. Виноват шиповник, он плохо цветет. Виноваты тиктокеры, все бы им ха-ха и хи-хи. Виноват рабочий, надо больше пахать. Виноват алкоголик, надо меньше бухать. А поэт виноват в том, что пишет плохие стихи. Виновата осень, что мало зеленой листвы. Виновата рыба, что гниет с головы. Рыба, 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 рыба гниет с головы. Рыба, 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 рыба гниет с головы. Рыба, 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 рыба гниет с головы. Рыба, 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 рыба. А вы? Виноват ЕГЭшник, хрысточковать. Виноват музыкант, пусть идет на завод или фронт. Виноват сосед, надо тише сверлить. А попу надо громче Бога молить. Виноват интернет, иностранный агент и бомонт. Виновата зима, что не видно зеленой травы. Виновата рыба, что гниет с головы. Рыба, 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 рыба гниет с головы. Рыба, 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 рыба гниет с головы. Рыба, 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 рыба гниет с головы. Рыба, 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 рыба. Можно мне? Ага. Есть такое дело. Я играл, Хорошо. А он включается? Хорошо, следующая история. Но это все не история, это все из реальной жизни, как бы у нас такой быт. Вот, в нашем старом Осколе далеком. Там в магазин пойдешь, что-то напишешь, что выйдешь на огород, чего-то увидишь, напишешь. А еще у нас есть сад. Этот сад посадил мой дедушка, и там растет огроменная груша. Наверное, этажей в 5. Это груша. И на ней в начале лета собираются жуки-олени. И жуки-олени, они, там как устроено у них? У самцов есть огроменные рога. Все видели жуков-оленей, как они выглядят? Ну вот, у самцов есть огромные рога. Этими рогами они
друг друга хватают, начинают бороться, и сильный самец скидывает слабого, и, собственно, все это нужно, чтобы, ну, победитель получил возможность продолжить свой род. В общем, тот, кто упал вниз, он будет еще долго-долго карабкаться наверх и ничего не успеет, как бы. И по этому поводу написалась у меня следующая песня. Крокозябра, и не тамагочи, и не чупакабра, не вампир зубатый, не старик с лопатой, не сосед бодатый, а лысый и рогатый. Жука-Ленин, Жука-Ленин, полужук, а полуленин. Жука-Ленин, Жука-Ленин, полужук, а полуленин. Прожужжал он тихо, мы на вашей груше кое-что построим, но кое-чего разрушим. И царя жуков с верхушки скинем вниз мы, и на этой груше будет коммунизм. Жука-Ленин, Жука-Ленин, полужук, а полуленин. Жука-Ленин, Жука-Ленин, полужук, а полуленин. Большую, соберемся стаю, и во всем лесу коммунизм настанет, и даже кабанов мы ходить заставим строем, а потом и у людей мы коммунизм построим. Жука-Ленин, Жука-Ленин, полужук, а полуленин. Жука-Ленин, Жука-Ленин, полужук, а полуленин. В общем, такая история. Я как-то не подумал об этом. Сейчас мимо мавзолея. Мы пошли с семьей гулять мимо мавзолея, ходить, и поняли, короче, что в мавзолее лежит засушенный человек. Вот. То есть я в детстве собирал коллекции насекомых, этих жуков, всех пришпиливал жуков-оленей на палочке, короче, там. А потом мне их стало жалко, я перестал это делать. У меня группа называется «Энтомология», кстати. Я вот хотел стать энтомологом, поэтому собирал этих всех жуков. И вот, как бы, а там засушенный человек лежит. Вот так вот. И еще одна песенка про насекомых, тогда я сейчас спою тоже. Недавно написалась, я пошел в магазин, назад шел с сумками и понял, что группа моя называется «Энтомология», а песни про муравьев у меня почему-то нет еще. Даже вот у Виктора Цоя была песня «Есть» про муравьев, а у меня не было. А теперь есть. Вот я начитался, что, оказывается, муравьи – это очень удивительные существа. Они разные, их 20 тысяч видов. У них всем управляют муравьи-матки. Эти муравьи-матки живут по 8 лет, а обычные рабочие муравьи живут там год, не знаю, сколько там. И всем, эти матки всем управляют. И между муравейниками идет постоянная война, даже между видами муравьев. То есть могут какие-нибудь американские муравьи высадиться в Европе, допустим, но приехать на каком-нибудь торговом корабле человеческом. И вот одна матка высадилась, основала муравейник. Они размножились, их там стало там миллион. И они начали, напали на местных муравьев, начали с ними воевать. Это все там долго происходит. И они выживают, допустим, местных муравьев, выжили, захватили. Там даже карты какие-то есть, ученые это изучают. Есть карты там войн муравьиных. И потом, а какая-нибудь европейская муравьиха попала в Африку, и там всех выжила и захватила все. Вот. И у меня при этом написалась песенка тоже. Красные муравьи напали на черных. Видимо, у муравьев не хватает культуры, не хватает поэтов, художников и ученых. А еще королева матки немного дуры. Черные муравьи в отместку бьют красные, со стороны погляди, как они все похожи, только цветов эти солдаты разных. Ну а по сути, по правде, одно и то же. Муравей муравью волк, муравей муравью враг,
ползет за полком полк, и за страхом ползет страх, и за матом звучит мат, и забыто всеми вокруг, что муравей муравью брат, муравей муравью друг. По лесу шел человек, алкоголик Петя. Петя бухал 30 лет, еще 3 недели бросил окурок Петя и не заметил, как два муравейника в нашем лесу сгорели. Господи, пусть же хоть кто-нибудь всех муравьев разнимет, красных и черных варяг в этом мирном зеленом лете. Пусть этот Петя пройдет и бычок не кинет. Мира всем муравейникам на планете. А муравей муравью волк, муравей муравью враг, и ползет за полком полк, и со страхом ползет страх, звучит мат, и забыто всеми вокруг, что муравей муравью брат, муравей муравью друг. Красные муравьи напали на черных, видимо, у муравьев не хватает культуры, не хватает поэтов, художников и ученых. А еще королевы матки обычно дуры. Спасибо. Давайте вместе немножечко пошумим, покричим. Вот. Следующая песенка называется «Дед Пихто». Я буду петь «Дед Пихто», а вы меня как бы спрашивать, кто-кто. Сможете? Да. Давайте порепетируем. «Дед Пихто». Еще раз. Дед Пихто! Кто? Кто? О, хорошо. Дед Пихто не пьет самогон, дед Пихто приходит с лопатой и фигачит того, кто плохой. Дед, тебе на столу хлеб, дед, по ушу в оковец. Если ты беговый такой, дед Пихто придет за тобой. Дед Пихто, дед Пихто, дед Пихто. Дед Пихто, политический лидер, дед Пихто, молодежный кумир, дед Пихто, не мордах, не сидор, а борец за свободу и мир. Дед, 92 лет, дед, по ушу боковец. Если ты беговый такой, дед Пихто придет за тобой. Дед Пихто, дед Пихто, дед Пихто, дед Пихто, дед Пихто, это наша свобода. Дед Пихто, защити и спаси.
Спасибо, друзья. Следующую песню нужно петь «Ля-ля-ля». Сможете? Давайте. Я не знаю как, не помню сам, но вот. Это очень сложно. Да. В уездном городе Лиска, что от Воронежа близко, живет Марина, басистка, и мочит там рок-н-ролл. А в южном городе Сочи живет флейтист Тамагочи, и пусть кликуха не очень, он лихо жжет рок-н-ролл. Если бы, если бы, если встретиться бы, то-да-да, то-да-да, этот мир бы стал другим, зазвенел бы, загремел, зазвучал их рок-н-ролл. И все зло, и всю тьму навсегда бы поборол. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, мальчица Клава живет у площади славы, по Хэнзу Нова направо, и мочит там рок-н-ролл. А где-то в старом Москве скрипачка девочка Оля пока что учится в школе, но любит лишь рок-н-ролл. Если бы, если бы, если встретиться бы, то-да-да, то-да-да, этот мир бы стал другим, загремел бы, зазвенел, зазвучал их рок-н-ролл. И все зло, и всю тьму навсегда бы поборол. Ла-ла-ла. Саня живет в хрущевке в Рязани, и на гитаре часами готов пилить рок-н-ролл. А где-то в Невинномысске живет девчонка-анфиска, мечтает стать вокалисткой и в группе петь рок-н-ролл. Если бы, если бы, если встретиться бы им, то тогда, то тогда этот мир бы стал другим, загремел бы, зазвенел, зазвучал бы рок-н-ролл. И все зло, и всю тьму навсегда бы поборол. И легко, и светло стало бы мне бы тогда, и любовь, и добро воцарились навсегда. Только как, только так, как друг друга им найти? Все никак и никак не сойдутся их пути. Но мы-то с вами знаем, что они обязательно встретятся. И тогда... Ла-ла-ла, ла-ла-ла. У меня все. Давайте последнюю, основную идею. У меня не все. Самую последнюю. В последней песне Дима попросил основную идею. Нужно будет подпевать, мне помогать опять. Я вот уже не справлюсь без вас точно. Подпевать нужно будет даже не ла-ла-ла, а букву Е. Там Е-е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 
Ой.
вызовет он такси. И место не хочет никто уступить. А парень делает вид, что спит, сидит не храпит, что из сил. Не надо ругаться, не надо вопить, не надо жалость и злобу копить. Свой шанс не упусти, не тупи, а сам уступи. Ведь по жизни основная идея — просто не будь злодеем. Пою про эту идею для всех людей я. По жизни основная идея — не злиться, быть добрее. И с каждым днем все сильнее любить людей. Автостопщик ночной порой стоит на трассе во тьме под горой. Он долго машет рукой, что есть мочи, но никто тормозить на подъеме не хочет. Даже если он весь грязит и от него потом разит, это твой шанс. Не тормози, притормози и подвези. Ведь по жизни основная идея — просто не будь злодеем. Пою про эту идею для всех людей я. По жизни основная идея — не злиться, быть добрее. И с каждым днем все сильнее любить людей. Тебя матом, если начальник не выдал зарплату, град на даче побил помидоры, огурцы похитили воры. Если явился во сне Фредди Крюгер, если ты съел просроченный бургер, если сосед не вернул 100 рублей, это твой шанс, просто забей. Ведь по жизни основная идея — просто не будь злодеем. Пою про эту идею для всех людей я. По жизни основная идея — не забей.